Поставь лайк этому видео и подпишись на канал. Нам будет приятно. Привет, желто-синие! Межсезонные трансферы в самом разгаре. О полной комплектации нашей команды говорить пока рано, но некоторые подписания обязаны вас порадовать. В наш клуб возвращается Джордан Микки. Тяжелый форвард был одним из лидеров нашей команды в сезоне 18-19. За Химки Джордан сыграл 53 матча в Лиге ВТБ и Евролиге. В среднем набирал по 15 очков, собирал по 6 подборов и как минимум по разу чехлил соперника. А еще попал в программу к Шакилу благодаря магическому попаданию мяча в кольцо от головы. Прошлый сезон Джордан провел в мадридском Реале и попробовал свои силы в испанском чемпионате. Он также подарил огромное множество хайлайтов болельщикам, включая вот этот данк со штрафной. В игре на минуточку. Средние показатели за Реал – 31 игра, 8 очков, 4 подбора и 1 блокшот. И несмотря на теплые края и статус королевского клуба, Джордан нашел весомые причины вернуться в Химки. А как считаете вы? Почему соскучился Джордан? Варианты по классике пишите в комментариях. Следите за новостями и до новых встреч!